Мужик пришел к врачу и говорит: полечиться надо, мне все время все мерещится, неприличные сцены. Доктор говорит: голубчик, успокойтесь. Сейчас мы все с вами рассудим. И показывает ему кружок нарисованный, круг, это что такое? Скажите мне, мужик говорит: как? Ну это ясно всем, что это такое. Это собачья будка, в ней, значит, отверстие, там парочка внутри, в собачьей будке занимается не с чем. Доктор говорит: так, хорошо, а вот это что такое, вот квадратик, это что такое? Мужик говорит: ну как это тоже понятно, это окно в спальне кровать, и там парочка занимается не весь чем. Доктор говорит: хорошо, а треугольничек, это что такое? Доктор: ну это тоже всем понятно, это шалаш, в шалаше парочка, и она там тоже занимается не весь чем. Да, доктор говорит: голубчик, это у вас прям вот, просто прям у вас расстройство какое-то. Он говорит: пациент, да вы тоже хороший доктор, такую порнуху показываете.